Добрый день! Сегодня мы с вами приготовим желейный десерт. Семафорчик. Дети и внуки у меня очень любят. Готовится он просто. Для приготовления желейного десерта я покупаю 3 пакетика желе. Разноцветные. Это вот зелененький киви, красненький клубничка и желтенький с апельсина. А также покупаю пакетик 15% сметаны любой. И беру стакан сахара. Видите, у меня он беленькие полоски есть. Это сделано желе со сметаной. Как я делаю? Сметану развожу в ней стакан сахара и добавляю желатин. Желатин я беру столовую ложку с горкой и 300 грамм кипяченой охлажденной воды. Когда желатин разбухнет в воде, потом я подогреваю, чтобы полностью он растворился. Так же самое сахар в сметане. Смотрю, если он не растворился полностью, немножко подогреваю. И тогда добавляю желатин, сметану, все это перемешиваю. И можно потом заливать в наши стаканчики. Так же самое желе. Желе на пакетиках написано. Там написано, что можно брать 400 мл воды. Я беру 350 мл и развожу каждый пакетик. Все потом начинаю заливать. На низ я заливаю красный, как остынет. Заливаю сметану, потом снова зелененький, потом снова сметану, потом желтенький. И видите, какие они у меня получились красивенькие. Дети очень любят, так как каждому порционно. Можно сверху еще украсить шоколадом, если есть, потереть шоколадку. Ну, это может и не всем деткам можно кушать, поэтому я кладу кусочек мандаринки и заливаю уже верхним слоем желе. Видите, вот такое получилось красивое и очень вкусный желейный десерт. Приятного аппетита! Сделайте на Новый год, порадуйте своих деток, внуков. Поздравляю всех с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, удачи в новом году!